В живых декорациях Великого Новгорода и окрестностей столичная кинокомпания снимает документальный сериал «Рюриковичи. История первой династии». Восьмисерийная лента выйдет в эфир весной будущего года. Одним из первых кадры новой картины увидел наш корреспондент Максим Широковских. Сейчас в музее деревянного зодчества Витославлицы кипит работа, идет его реконструкция. Но кроме уже активно действующих строительных, на 3 дня здесь развернулись съемочные площадки. В Великий Новгород приехала киногруппа для съемок телевизионного проекта под рабочим названием «Рюриковичи». Это будет документальная лента с элементами реконструкции, рассказывающая об эпохе правления первой царской династии на Руси. И по мнению продюсеров, антураж Витославлиц прекрасно подходит для съемок некоторых эпизодов фильма. К примеру, связанных с Ярославом Мудрым. Я играю Ярослава Мудрого. Вот. Я знаю то, что он был мудрый. Я знаю то, что у него была какая-то проблема с ногой. Я уже видел свои костыли. Вот. А сценарий пока нет. Но говорят, чтобы я голову не забивал. Мне даже ничего не говорили, как бы, что будет в кадре, чего. Но я знаю, что я должен быть таким примерным. Кроме приезжей труппы, в съемках задействованы новгородцы. Актер театра драмы Анатолий Устинов, имеющий богатый киноопыт, в «Рюриковичах» играет роль новгородского епископа. Очень хорошо все организовано. Вообще приятно в кино работать. Тут очень много профессионалов, которые прекрасно знают каждое свое дело. И этот огромный коллектив, ну, как вот по мановению палочки режиссера, как сыгранный оркестр, великолепно работает. Кроме профессиональных актеров, на съемочной площадке нашлось место и любителям. Мы участвуем во всех съемках, когда вот приезжают, там, иноземцы приезжают, снимают, всегда приглашают нас на съемки. Работать с лошадьми, люди наши работают, животные наши работают. Так что сегодня вот я буду возничим, повезу княжат в санях, маленьких княжат повезу. Великий Новгород стал первой съемочной локацией этого документального фильма. Где будет дальше проходить работа, пока не ясно. Но точно известно, что Витославлицы Рюриковичам еще пригодятся. Съемочная группа этого проекта вернется сюда летом. Максим Широковских, Галуз Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение.